Каждый студент не должен забывать о том, что создание семьи и сохранение брака является не менее важным достижением, чем высшее образование и долгожданная карьера. По всем самым волнующим вопросам в Казанском университете прошла международная конференция «Личность, семья и общество». В частности, на ней разбирали современную статистику расторжения браков среди молодых семей и искали ответ на самый главный вопрос – как избежать развода. От разводов, как правило, страдают дети. И воспитывать приходится нашим будущим учителям и со всеми проблемами. То, что не решены, недовоспитали в семье, приходится заниматься учителям потом. Ну и единственное, что хотелось бы сказать сегодня молодежи, прежде чем заключать браки, нужно основательно подумать, кто будет рядом с тобой всю жизнь и кто будет отец или мать твоего будущего ребенка, чтобы они задумались. И если они будут внимательно относиться серьезно к этой проблеме до заключения брака, то, я думаю, разводов будет меньше или вообще их не будет. Открыли конференцию студенты Института педагогики и психологии, рассказывая своими танцами и песнями о счастье, верности и любви. После творческих выступлений свои доклады презентовали педагоги и студенты не только Казанского федерального, но и участники с разных городов и регионов. Ну и, конечно, интересен факт то, что ребята получат новый опыт общения, ну и, конечно, мы хотели бы еще и дальнейшее увидеть перспективы дальнейшего сотрудничества с Институтом психологии и образования, коль мы являемся вот совершенно, скажем так, коллегами в своем не только общении и образовании, но и в научном пространстве. Как было отмечено организаторами, данную тему обсуждают во многих вузах по всей стране. И весьма отрадно, что прошедшая конференция получила статус международной. Ведь полученные знания могут не только способствовать избежанию проблем в воспитании личности, но и откроют новые возможности. Аделя Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз.